А на следующую информацию просим обратить внимание автолюбителей. С 1 декабря меняется схема въезда в город Славянск на Кубани со стороны станицы Анастасиевской. Въезд в город будет осуществляться через развязку с круговым движением в районе памятника Пушка. Въезд на транспортную развязку по автодороге Темрюк-Краснодар-Кропоткин будет закрыт. Дорожные службы устанавливают соответствующие знаки и сигнальные ограждения. Также будет нанесена горизонтальная дорожная разметка с изменением направления дорожного движения. Решение об изменении направления дорожного движения принято на уровне Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края в связи с повышенной аварийностью на данном участке дороги.